для чего была нужна война? Война нужна была для того, чтобы кучка тварей просто поторжествовала и попиарилась, показав, какая она сильная армия. Чтобы Шойгу получил маршала, и этот указ уже был готов, и получил вторую звезду героя, потому что ему очень хотелось войти в историю как великий тувинский военачальник, который стал дважды героем и маршалом в фактически мирное время. Война была нужна не для того, чтобы вернуть в наше лоно российских граждан, и не для того, чтобы демилитаризировать и денацифицировать Украину. Она была нужна ради одной звезды с дополнительной вышивкой по периметру, чтобы один человек, психически больной, когда ляжет в гроб, чтобы на подушке принесли эту звезду.